Семья – это фундамент будущей жизни ребенка. В подростковом возрасте она приобретает особое значение. С одной стороны, подросток нуждается в поддержке стремления к самостоятельности и независимости. С другой – в эмоциональном тепле и любви со стороны взрослых. В эфире программа «Пойдем домой». Здравствуйте! Гали 14 лет. Девочка доброжелательная, отзывчивая. Любит помогать взрослым, заниматься с малышами, петь и танцевать. Трудолюбие, аккуратность и ответственность – отличительные черты ее характера. Девочка спокойная, уравновешенная. Со взрослыми ведет себя уважительно. Любит индивидуальные беседы и внимание со стороны взрослых. Первое время Галя была несколько закрытой. Сначала подружилась с младшими детьми, а дружить и общаться со старшими девочками стало позже. Сейчас у Гали хорошие отношения как с воспитателями, так и с ребятами. Когда Галю хвалишь, она старается, прислушивается к критическим советам и замечаниям. От поручений никогда не отказывается. Когда ее попросишь, всегда поможет. Девочка уже задумывается о своем профессиональном будущем, мечтает стать стоматологом, понимает, что нужно учиться лучше, чтобы добиться своей цели. Мне очень нравится с маленькими детьми играть, веселиться, и им это очень нравится. Делаю разные конкурсы, там в мячик играем, в догонялки, «Море волнуется раз» играем. Они просят, чтобы я им стихи почитала, я им читаю. Потом шутки всякие рассказываем. Они просят, чтобы я их научила писать. Сидим, занимаемся. В будущем я хочу стать стоматологом, чтобы маленьких детишек не болели зубки. Они будут ко мне приходить в кабинет, и я буду помогать им, чтобы мне было больно. У каждого человека есть свой личный мир, сокровенные мысли и переживания. Галя, как и многие ребята ее возраста, пишет стихи, излагая в строках душевные чаяния. Пусть не кончится жизнь на земле, в доме не гаснут лампадки. Пусть будет хлеб у тебя на столе, пусть будет соль в достатке. Пусть будет чистой в кувшине вода, пусть будет сердце спокойно. Пусть ни за что, никогда-никогда тебя не касаются войны. Маше 12 лет. Она увлекается спортом, поет, любит рисовать. Девочка активная, жизнерадостная, легко идет на контакт. Девочка очень быстро познакомилась со взрослыми, подружилась с ребятами. Девочка открытая, добрая, доверчивая, очень ласковая. Всегда стремится к общению со взрослыми. Делится своими мыслями, обращается за помощью. Любит повозиться с малышами, присмотреть за ними, помочь собрать на прогулку. В школу ходит охотно, любит рисование, пение, технологию. А вот русский и математика вызывают трудности. Маше нужно больше времени и внимания для объяснения заданий. Но когда у Маши что-то не получается, к своим неудачам относится спокойно. Она с удовольствием играет с девочками, придумывает различные занятия. Если случаются конфликты, ведет себя спокойно, критику принимает, в своих неудачах никого не обвиняет, с ней всегда легко договориться. Маша активная, деятельная, эмоционально включается в любую работу, проявляет интерес, любит выступать на утренниках, поет, рассказывает стихи, участвует в сценках. Прогулки на свежем воздухе, игры с друзьями и активный отдых – любимые занятия Маши. Девочка предпочитает проводить время с пользой, ухаживает за растениями, любит чистоту и порядок во всем. Помогая взрослым, ребенок приобщается к полезному труду, нарабатывает навыки, которые пригодятся ему в будущей взрослой жизни. Я люблю заниматься спортом, бегом, на прыгалках скакать, в шашки играть и в уголки, на велосипедах кататься, всегда подтягиваться или делать отжимания. Когда я вырасту, я хочу быть парикмахером, заплетать всех детей, постригать, делать всякие хвостики
буду укладывать волосы, закручивать их. Мне нравится делать людей красивыми. Как и всем детям, нашим героям необходима любовь, понимание, забота и личный пример взрослых, которые смогут подготовить ребят к самостоятельной жизни в социуме. Более подробную информацию о детях вы можете получить в Управлении опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Орехово-Зуево. Адрес: город Орехово-Зуево, улица Пушкина, дом 9, или по телефону 8 496 4 22 09 36. В завершении программы хочется пожелать нашим героям как можно скорее услышать заветную фразу «Пойдем домой» и обрести семью.